Здравствуйте, с вами вновь Александр, и в продолжении обзоров на летние коляски от компании Априка. Сегодня я хочу рассказать вам об интересной модели этой компании. Эта модель относится к коляскам тростям, и в Априке есть такая интересная модель, и она называется Stick. Так что давайте же рассмотрим ее более внимательно. Собственно, вот коляска Априка Stick. Можете посмотреть, как она выглядит, оценить ее внешний вид. Но я пока расскажу о ее технических характеристиках. Коляска Априка Stick предназначена для детей с рождения до 3 лет, и максимальный вес ребенка не должен превышать 15 кг. Имейте это в виду при покупке. Но перейдем к обзору. Начнем мы осмотр ее сверху вниз. И в первую очередь я хочу отметить ручки. Ручки здесь выполнены в обычном классическом стиле для тростей. Ручка поделена на две части. Вот как они выглядят. Материал здесь прорезиненным материалом, здесь биты ручки. Хват очень приятный и удобный. Что касается козырька, вообще компания Априка, у нее их сильная сторона — это козырьки, за исключением там всего одной-двух моделей. Во всех остальных колясках большие козырьки, за это очень любят Априку. Больше летняя коляска, поэтому они делают козырьки большими. И эта модель, собственно, не исключение. Вы видите в полностью развернутом состоянии, какой капюшон. Козырек, он полностью закрывает ребенка с ногами. Но имейте в виду, что вот секция, вот эта черная секция, это москитная, плотная москитная сетка. Тень ребенку обеспечит, но от дождя моросни не спасет. Поэтому имейте в виду. Но от солнца закроет очень-очень хорошо. Вот. И если палящее солнце все-таки беспокоит сетку, можно прикрыть вот такой накидкой, которая крепится здесь за кнопку. Все очень просто. Вот, если плохая погода, берем и опять же за эту же кнопочку пристегиваем козырек. Вот, и даже из двух секций козырек тоже большой и накрывает ребенка точно до коленок в 100%. Поэтому козырьки в компании очень хорошие. Используются очень хорошие материалы. Тактильно очень приятная, плотная ткань, она непродуваемая, ничего. Вот. Также здесь есть специальные натяжители по бокам, справа, слева, благодаря которым мы можем расслабить и сложить козырек. Или же наоборот разложить, и он при ветре не сложится. Зафиксировано все хорошо. Вот как это выглядит. Так, дальше. Давайте теперь рассмотрим непосредственно само сиденье, где находится ребенок. Я уже сказал, что коляска позиционируется с месяца. И здесь для месячного ребенка есть интересные фишки. У компании Априка в подобной коляске они комплектуют специальными анатомическими вкладышами под голову ребенка, под спинку ребенка, чтобы ребенок здесь лежал в правильном, привычном для него положении. Поэтому, на мой взгляд, очень полезная вещь. Ребенок подрастет, это все легко отсюда вынимается. Вот. И сам ребенок крепится здесь классической системой пятиточных ремней. Здесь единственное, нету мягких накладок на плечевую зону ребенка, но есть мягкая накладка на паховую зону ребенка. Вот. Что касается самого сиденья, коляска не маленькая, она полноразмерная, и ребенку здесь будет хорошо в плане простора. Здесь места достаточно. И саму ткань компания всегда использует очень хорошую, очень хорошо адаптированную для лета. Она тактильная, очень приятная, ребенок меньше потеет. Здесь используются всегда вентилируемые спинки. Вот, и микроклимат хорошо поддерживает эта коляска. Вот. И плюс сама еще ткань, она здесь вдоль спины и под попой ребенка, она сетчатая, что тоже способствует хорошей вентиляции для ребенка. Что касается наклона, регулировки наклона спинки,
Здесь используется система тросиков, ремешков. Мы ее нажимаем и тянем, опускаем тем самым ее вниз. Здесь сзади есть москитная сеточка тоже, которая закрывает заднюю часть ребенка. Летом будет очень актуальным, когда ребенок уснул, чтобы там проветривалось хорошо, если жарко. Москитка будет очень полезной. Вот. И, собственно, теми же ремешками мы поднимаем все обратно. Все зафиксировали. Вот. Что еще нравится мне в этой модели, то что спинка здесь она не мягкая. Это хорошая плотная спинка с отверстиями вентиляционными. Вот, поэтому для лета коляска адаптирована очень хорошо. Вот. Это что касается самого сидения. Теперь давайте с вами немножко изучим само шасси коляски, раму. Рама здесь, в принципе, на вид как трость, но у нее есть свои особенности. Я сейчас, когда складывать буду, вам покажу. Вот. По ощущениям, какие ощущения от коляски, от самого качества изготовления? Вообще Априка они лицом в грязь никогда не били, и качество изготовления у них всегда хорошее, на уровне. Вот, и поэтому подгонка всех деталей, все очень хорошими мощными креплениями стянуто, не создается впечатление какой-то расхлябанности, коляска очень хорошо, плотно сделана. Вот. И также хочу подметить, вы видите бампер, ой, пардон, не бампер, а багажник. Бампера здесь, кстати, в комплектации нет. Багажник тоже есть. Багажник сам, в принципе, достаточного размера. Единственное, к минусам бы хотел отнести то, что здесь очень неудобный доступ к багажнику, потому что вот эти все перекладины, распорки, которые увеличивают жесткость конструкции, они находятся сверху, и сюда неудобно что-то ложить. В принципе, всякую мелочь, для чего он и предназначен, можно положить, но вот что-то крупнее уже придется как-то пропихивать туда, но это неудобно. Вот. Что касается еще комфорта ребенка, здесь есть подножка, когда он уже подрастет, чтобы ему было куда ложить ноги. Вот. И что касается колес. Колеса здесь двойные. Они, в принципе, достаточно мягкие. Вот. Но у самой рамы нет дополнительной амортизации. Все-таки она летняя. И для хороших дорог и по плохой дороге плавность здесь не самая лучшая. Ну, она тоже не деревянная, в принципе. Ездить будет нормально, но амортизаторов дополнительных в ней нет. Вот. Колеса тоже не надувные, соответственно. Вот. И как и везде, в большинстве колясок есть возможность фиксации колес. Делается очень просто. Повернули. Все, заблокировали. Можете преодолевать какие-то неровности. Вот. И что касается тормоз, тормоз здесь используется тоже обычный. Педальки на каждой из педалей. Каждая педаль блокируется отдельно. Заблокировали. Остановились. И обратно ковыряем. Вот что мне не очень нравится, приходится пачкать обувь. Разблокировали, едем дальше. Вот, и теперь я вам покажу особенность ее, отличие, точнее говоря, от других похожих тростей. Это ее вариант складывания. Здесь есть кнопочка, нажимаем и тянем за этот ремешок. Тянем. Все. Собственно, мы ее сложили. Особенность ее в том, что у вас получается все колеса внизу, не будет, что у вас здесь грязные колеса, внизу грязные колеса. Вот, на мой взгляд, вот так гораздо удобнее. И она стоит. Обычная трость, за исключением там пару моделей, всегда приходится ложить, потому что у нее нет возможности поставить ее вертикально. И раскладывается она тоже простым способом. Убираем фиксатор. И педальку нажимаем. Все. Вот так она у нас раскладывается. И весит она всего 5,9 килограмм. Поэтому она достаточно легкая. В принципе, все, что хотел рассказать вам о Априке Стик. Подытожу. Мои ощущения от коляски расскажу.
Трости, коляски, они на любителя, но среди тростей эта моделька, мне кажется, более интересная тем, что вот она стоит в сложенном виде, она очень хорошо адаптирована для лета, есть эргономические вставки, вкладыши для новорожденного ребенка месячного, вот, большой капюшон, и вообще она неплохо сделана. К минусам, опять же, вот мне не нравится доступ к багажнику. Ну а в целом ощущение приятное, коляска легкая, очень качественная, на мой взгляд. И для тех, кто ищет что-то легкое, летнее и кто любит трости, советую обратить на нее внимание. Мне кажется, будет хорошим выбором. Ну, выбор, как всегда, за вами. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить магазин «Первая коляска», который предоставил нам эту коляску для обзора. Вот, спасибо им большое. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров. И удачи вам, всего доброго!